Магадан – столица Дальневосточной Арктики. Под таким лозунгом в правительстве региона представители компании «Стрелка» презентовали проект развития областного центра. В презентации – комплексное развитие города. До 2030 года в Магадане предполагается возвести более 200 тысяч квадратных метров жилья, благоустроить 30 гектаров городских улиц, создать около 20 социальных и досуговых объектов. Намеченное подразумевает строительство жилого комплекса по улицам Набережная и Нагаевская, обустройство прогулочных тротуаров от автотека до бухты Гертнера вдоль реки Магаданки, возведение нового парка в районе Горохового поля, реконструкцию городских коммуникаций и труб теплоснабжения, укладку более 30 километров ливневой канализации и внешний редизайн городских улиц. Магадан призван развиваться более динамично и креативно, нежели большинство городов России. В первую очередь из-за серьезности вызовов, стоящих перед ним. Также Алексей Муратов добавил, что исходя из аналитических расчетов, такое обновление областного центра значительно повлияет на положительный рост демографии в регионе. К завершению презентации мэр Магадана Юрий Гришан положительно отнесся к представленному проекту и относительно его миссии как столицы Дальневосточной Арктики. По его словам, задумки позволят точнее понять географическое положение региона и особенности для людей, не проживающих в нашем городе. Губернатор Магаданской области Сергей Носов поддержал главу областного центра и добавил, что на подготовку окончательного варианта мастер-плана «Стрелки» необходимо еще несколько месяцев. Начать реализацию проектов планируется в 2021 году. Работа выполнена выполненная «Стрелкой», она еще не закончена. Это уже, скажем так, была, ну, наверное, генеральная презентация этой работы. Будет еще дошлифовка. Но работа, которая уже сделана, позволяет нам выходить в правительство Российской Федерации и предлагать не просто какой-то проект строительства здания, дизайн этого здания или сооружения, а предлагать комплексную программу развития территории. Магадан является центром региона, центром Колымы. Если хотите, сегодня это очень четко прозвучало, центром Дальневосточной Арктики. Данный проект в течение 2 месяцев доработают и представят в правительстве Российской Федерации. По словам губернатора Магаданской области Сергея Носова, есть все шансы на его одобрение в Москве.